правую, не знаю, как по-русски, сегмент, правую, ну, правые избиратели, да. Представляет либеральная партия. Остальные все это созданы, чтобы съесть либеральную партию. Я не пойду с теми, которые создались после того, как мы, как говорили, создали либеральную партию, чтобы отнять, опять снова взять на себя мешков, как эти, которые мы предали меня? Нет. Нет. Никогда в жизни. Кого? Снова взять, вот Гадырко говорил вчера на одной телевидении, что он думает, что я успокоюсь, и мы сделаем блок, вместе пойдем, потому что мы вместе боремся за европейскую интеграцию. Против коммунистов. Ой, боже мой, коммунист несчастный, извини за выражение. После того, что ты сделал, предал избирателей, врешь, обманываешь. С кем быть? Нет, никогда в жизни.